Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода через Рублево-Успенское шоссе. Открыть движение по развязке планируется уже в августе. Благодаря ей жители деревни Раздоры смогут экономить в пути до 30 минут. Длина путепровода составит 82 метра. Он должен разгрузить улично-дорожную сеть в Раздорах. Ожидается, что новой дорогой будут пользоваться около 9 тысяч человек.